Такс. И что? Hey, guys, с вами Шумики, это The Bandit of Isaac Attributes Plus. И... понеслась. Мы с вами хотели на хардике пройти. Из боссов просто не будут выпадать сердца. Можно о сердцах забыть, у нас могут быть проклятия. Так, ладно, что здесь? Ладно, давайте, короче, как я говорил, буду просто реролить, пока не найду что-то ценное. Что у нас с золотухи? Бластер. Жесткий урон. Это отлично, но... урон жесткий относительно нашему. Поэтому, если будет у нас больше урона будет и у самого бластера. Дальше, рерол. Так, что здесь у нас? Грибок. Так, вот это я немножко не помню. Кажется, там дамага 0.3. Скорость. А, даже 0.5. Дальше. Next. Next. Нам нужна грибок-поганка. Это очень хороший предмет для любого персонажа. 50% урона нам дается. Кьюзи Лемонс. Нам нужно также... ну, в дальнейшем нам нужно будет играть. Открыть, как бы сказать вам, храм. Типа рая вот этого. И там будет синий младенец. Убив синего младенца с помощью... кого? Я уже даже не помню. Не, с помощью синего младенца. Нужно открыть сначала синего младенца, потом с помощью синего младенца убить Айзека. Так, это спектральные слезы. И только мы получим с вами D6. D6 это самый жесткий, считайте, предмет в игре. Ну, именно относительно любого персонажа, из-за того, что он может просто реролить предметы. Вот, допустим, на стендике, да, вот ангел. Мы бас заюзали, и он зареролился. А какой-то другой предмет. Функция. Мы ставим с вами бомбу. Она не взорвется, пока мы этого не захотим. Бомб, она взорвалась. Next. Да, нам тоже дают 5 бомб. Как и все предметы на бомбы. Самое долгое это искать хорошую комнату. Так, это кажется у нас рога вырастает. Нам нужно просто разгоняться, врезаться во врагов. Как сильнее мы врежемся, столько урона и нанесем. В принципе, рога прикольные, но... учитывая то, что мы тоже будем получать урон, это не очень актив. Так, дело в том, что нам нужно найти Азазеля, как-то все-таки открыть. А это нужно адские сделки. В этом нам... так... имчик, это плюс дамаг. Так, окей, нормальный дамаг. Давайте, ладно, тогда этим и продолжим. Ай-яй-яй. Главное найти то, что нам нужно. Прячемся сюда. Изи. ХП нам нахер не нужно. Ну, в принципе, 5 дамага это норм. Бомбы. Бомбы оставляют зеленую смесь. Ой, тихо, чё, дамаг не получил. Так, муха-ключник. Мне нужна эта муха. Ай, ключ не выпал, вот зараза. Монетка. 5. Пятерочка, это отлично. Так, я вижу ключ, хороший камень, ох. Ух, вертушка. Вот, видите? О, отлично. Просто идеально. Так, двойная муха. Так, эти мухи теперь отдыхают по одной, потому что у них 4 хпшки. Бля, вот это плохо. Давай, бегунец. 3 раза он так быстро бегает. Он может вызывать малых. Когда он так улыбается, он стреляет. Вызывай малых. Он без задержки атакует. Именно стреляю вот так. Карта. Вот эти мухи, которые... вот. Эти мухи, которые летают около какашек, они бессмертные. Но если мы сломаем... ломаем кокульку, муха станет смертной. Эта кокулька замечательно. Радужная кокулька восстанавливает полностью ХП. Именно красная. Так, скорость полета. Что за карта? Сан. Сан это отлично. 100 дамага врагу. Вот, видите, у нас уже больше уровней стало. Это значит дольше забеги. 100 дамага.
Плюс карт откроется вся карта. Но. Да, из одной. Ух, пронесло. Есть один минус. У нас сейчас, видите, проклятие с вами Лоста. Проклятие Лоста — это мы не знаем, куда идти. Проклятие потерянного. Поэтому. Ой-ой-ой, сколько вас. Ай-яй. Зараза. Есть несколько видов слез, которые могут нанести в полное сердце дамаг. В основном такие вот чемпионские версии могут наносить. Там кокульки нужно ломать, чтобы как бы шмотку одну получить. Тихо, блин, не стреляйте ж вы. Вам не разрешено стрелять. Так, золотая комната. Идеально, мы нашли золотую комнату, но у нас нету бомб. 15 дамага. Приветушки. Блин, на скорость атаки тоже у нас... Нет, а почему 13? Подождите. Он 15 прибавляет. При попадании уменьшается слеза, поэтому в какой-то степени это не идеальное очень оружие. Так, эти здоровяки, припер, держи, пуляй такую слизь, нанося нам урон. Так, идем дальше. Кто здесь у нас? Здоровки, ребятки. Так, у нас сейчас будет сделочка, это отлично. Магазин. Ладно, полетели. Первый уровень готов. Теперь у нас будет 3 шмотки на продажу. А ну-ка. Блин, сейчас не покажет. Ладно. Идемте тогда дальше. Бостик, бостик. Монстр, здорово. Идеально будет это не получить дамага. При сделке я не хочу потерять. Блин, а если будет... Сделка на несколько вещей, я буду все забирать. Мне нужно 3 сделать. Короче, просто купить 3 предмета. А сколько комнат нужно открыть, там как бы плевать. И одной хватит, если нам. Отлично. Мамина сумка, 3 таблетки, 4 таблетки. Health down. Бляха-муха. Ладно, дамаг я возьму. Ай-яй-яй, это плохо. Так, это нам даст... Бля, я ее подобрал. Отлично. 48 полости. Блин, а вот теперь нужно... А, мне пол сердца будет. Вот черт. Ладно, у нас красных сердец нету, проблематично. Но нужно только купить один предмет. И это хорошо. Так, ладно, что здесь у нас за арена? Ай, ради одного сундука я не собираюсь потеть. Боже, сколько бомб нужно потратить, ладно. Используем карту. Ключ, бесконечный ключ, но он только на этом этаже работает. Предмет хороший. Если считать то, что у меня только 2 ключа. Короче, когда в нас врезаются, враги превращаются в какашки. Такой уж так себе, скажу вам. Предметик, так, у нас там есть секретка, блин. Хотя я могу сломать черепочки. О, лакрок. Удачливый камень. Мы с вами уничтожили 100 камней. Теперь есть шанс, что из камня с крестика может выпасть домашний предмет. Домашний предмет, он дает только один дамаг. Это отлично будет. Блин, я их не хотел брать этого. Эту маску. Короче, когда нам наносят урон, есть шанс того, что... Мы с вами... О, видите, 3 предмета. Что мы с вами как бы... ну, короче, нам дадут сердце. Черное, белое. Ну, такое, типа, сероватое, синее сердце какое. Я не знаю, как правильно. Но я хотел взять ухопылятеля. Он будет, типа, создавать нам лут. Ну, увы, я промазал. Тихо, так, взрывной. Тролль-бомба. Отлично. Идем дальше. Чем, допустим, вот игра усложнилась, да, у нас? Утроба, там все враги наносят нам не по пол сердца, да, как здесь, а по фул хп. То есть одно попадание под нам — это минус все хп. Целое хп, ладно. А если уточнить то, что у нас с вами нету красных вакуумов, это очень плохо. Довольно очень-очень плохо.
Окей, давайте как-то выживать, не терять хп. Так, один из всадников. Боже, вот этот... Такой проклятущий. Из-за своих бомбочек. Так, тихо. Ай-яй-яй. То, что он отравляет землю, вот это плохо. Он меня сейчас и зажать может. Отлично. Библию мы открыли. Орбиталочка. Консоль, да, все еще не работает. Ладно, у нас комната не открылась, но у нас еще есть шансы. Ева. Мы открыли Еву. Это без потерь сердец. Красных. Что это такое? Впервые такой вижу. Как бы это два братья? Два брата должно быть. А почему их тут двое? Для меня сейчас это загадка. Есть, понимаете, просто один вот такой, а есть летающий. Да уж, это немножко странно. И я даже урон получил. Потому что я заскринил. Ну, вы, наверное, сами это увидели, да? Так, окей, мне нужно сердечко. Спасибочки. Чтоб просто не проебаться. Запульнул. Тихо. О, минус два. Минус. Ой, тихо, тихо. Эх, ты ж черт. Давай, на сделку, скинь мне на сделку. Чертов пауки. Блин, ладно, если что, мы даже с вами подохнем. Но я сделаю эту сраную сделку. Да, если мы даже сдохнем, мне плевать. Так уж и будет. Зато мы открыли Азазельку. Все. 72%, в принципе, шансы большие. Главное, босса не сдохнуть. Хотя не, мы еще с вами проживем немножко. Мы с вами еще немножко проживем. Не сердце. Мухи, окей. Ну не мухи, пауки. Минус пауки. Ой, моя орбиталка спасла меня. Так, там хороший, вижу камень, нужно две бомбы тратить. Айф, давай. Мега-мега, мистер Мега. А ну, телепорт? Таблетки. Пожалуйста, достижение. I can see forever. I'm exposed. I'm exposed, I'm exposed. Так, золотая комната, поехали. Спасибо за телепорт. А я рад, что вы меня телепортнули, конечно. А, меня еще в магазин я халявно открыл. Если даже так. Окей. Черт. Так. Проклятущее проклятие. Ого, как вы пуляете быстро, я тоже могу так. Не, пожалуйста, не телепортируйте, оно может к боссу тпхнуть. Так, здорово. Это, кажется, отравляющие слезы. Серьезно? Тогда, ребят, мы продолжаем с вами. Я не помню просто, чтобы... Блин, или был такой предмет. Чтобы все статы увеличились. 22 дамага! Ай. Ладно, не страшно, если что, мы... Еще одно красное сердце, ништяк! Ой, тихо. Тихо, 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 малыш. Я понимаю твое стремление меня убить, но все же. Оп. Блин. Давай, да умри же ты, надоел. На харде мы играем с тобой. Иди. А за зале открыто мы, может, еще... Дамаг. Больше дамага. Азазель открыт. Все, ништяк. Ох, сколько дамага. Плюс у нас сейчас будет два красных сердца. Отлично.
Отлично. Мы живем. 23 дэмэджа. В таком только можно... Ой! Блин, нужно постоянно кто-то... Я забываю, как он стреляет. Как он стреляет? Это мразь. Мразь. Спасибо за сердце. Маска не работает. Маска, работай, пожалуйста. Так. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Стрелуны херва. Так, отлично. Поехали. Так, Big Orbitals. Отлично. Большая орбиталка. Так, это на шо? Деп 1. Деп 1, деп 1, да? Так, магазин. Погнали в магазин. Тратим ключи. Черт. Копилка. Плюс 5. 3 монеты даст. Но я не вижу от этого смысла, поэтому идемте дальше. Монстра версия 2. Значит, о разновидности... Блин, а этого вообще мало. Помогай, наношу. Хотя показано, что много, но наношу я мало. Ой, 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 ой. Хотя, может быть, это нормально. Вот если бы у меня скорость еще атаки была очень хорошая, там бы я мог даже и поспорить. Тихо. Херов, прыгун. Да, это лаз, когда ты прыгнул. Так, плюс еще одно красное сердце и какой-то рандомный предмет. А, туалетная бумага, ништяк. Так, хороших камней я не вижу. Идемте дальше. В утробе будет очень тяжело найти хорошие камни, поэтому лучше сейчас собирать все, что мы можем найти. Так, ладно, потрачим. Ой, игральная комната. Здесь можно поиграть с ним 100 раз и получить достижение. Блин, зачем я бомбу потратил? Ну, хотя, ладно, он мне тоже дал бомбы 2. Плюс я купился. Взрывные скелеты. 3 заряда стреляет костей. Сильные противники. Черный, о котором я вам говорил. Так, что здесь у нас? Драку! Драку! Ид! 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 Черт! Много, много проблем! Много, много проблем! Уйди! Убирайся! Самые враги, которых я ненавижу. Почему именно они? И главное, там был тот, который разделяется на несколько. Бум! Бум! Окей. Скелеты, призраки. Противны, потому что они постоянно вот убегают. Давайте, появляйтесь. Такая мерзость. Ладно, зато этих я убиваю нормально. То, что у меня слезки хорошие. Что такое, закрылся? Давай я тебя открою. Так, из скелетов может выпасть черное сердце, либо враг. Ничего. А, ну еще карта бывает падает. А, у меня слезки непронзательные, вспомнил. Давай сюда. А, это разделяющий. Нахер надо. Так, нужно... Оп. Черт, сюда. Проклятущие твари. Тихо. Давай, беги сюда. Ох, орбиталка все задефала. Идеально. Тихо. Есть много разновидностей тоже чемпионских версий. Они бывают создают таким бегом мув. О! О, видите, враг превратился в кокульку. Так, первым делом мы с вами зайдем в магазин. Потому что это последний магазин, который у нас будет. Так. Покупаем, берем, берем, все берем, покупаем, взрываем, сердце берем и уходим. Если продолжить взрывать автомат, есть шанс, что выпадут монеты.
А, лазер. Мы будем стрелять лазером, но наш дамаг понизится. На сколько, я не помню, 30% кажется. 30-80%. Не, кажется 30. Королевская версия. Ух, пронесло. Она очень жирная, но зато очень... Она делает других тоже. Ой-ой-ой, орбиталка помогла. Орбиталка выручает. Нечего сказать. Блин, нужно больше дамага. Так, сейчас у нас будет утроба. Да? Золотую комнату я посетил, все посетил. Ладно, побежали. Тихо, тихо. Глаза могут стрелять, поэтому... Тихо, тихо. Айзек, Айзек. Орбиталками наносим урон. Орбиталками наносим урон. Изи. Так, рендж атаку. Это у нас... То, о чем я вам говорил. Здесь будут много боссов, очень много боссов. Ладно, давайте лучше дальше пойдем. Там ничего такого ценного нету, кроме Блауто маска. Утроба, поехали. Блин, а... давайте. Ой, и сразу отвратный враг. Тихо, нужно правильно убивать их. Главное правильно убивать. Все? Нет. Так, давай. Вот когда он может бежать на вас, можно ему, короче, в рот бомбу дать. Конечно, это не будет не такой же сильный урон, но... Все же урон. Молодец. Еще босс. Все? Локи. Локи довольно легкий босс. Есть вторая версия босса такого же. Типа половинка его будет. Ой, блин, а там сундуки закрыты, точняк. Все? Все. Что здесь? Ладно, взрываем. Ага, даже так. Так, дополнительная жизнь. У нас проклятие с вами. Что у нас предметы инвизные стали, невидимые. Это плохо. Иксообразные твари. Главное, как они стреляют боком? Да ладно, у них есть на спине, типа, дырки. А как они боком стреляют? Тихо. Готово. Сунь. Пакетик, ладно. Это благодаря нашему мешку на голове. Второй вид тварей, которых я ненавижу. Появляется хер знает где, еще плюс убегают. Так, здесь очень тяжело находить хорошие камни. В основном хорошие камни только на таких вот. Нужно искать. Там, вон, вон, хороший камень был. Черт, ладно. Ай, зараза. Тут сердце меня стырил. Хорэ там появляться. Сейчас пойдем за сердечком. Надеюсь, это не даун. Инфестит. А где камень? Я же его видел. Где камень? А, вот он, вот он, вот он. Видите, вот крест. Снизу, справа. Так, повезло. Так, у меня есть одна бомба, в принципе. Блин, готово. Готово. Из таких вот могут вылетать еще слезы вражеские. Да, биг орбиталка урона наносит мало, но зато защищает от слез.
тихо. Просто агрим его, он не может ничего делать. Отлично, может сердце дашь? Не то, что мне нужно, черед, хорошо. Ой-ой-ой, блин, вот из-за моей глупости вот такая вот херь произошла, ладно. Окей, я сам виноват, что кнопку атаковать нажимал. Тихо! Почти достал. Вот это плохо. Мне еще до босса нужно дойти. Ой, а почему ты появился? А, действительно, а почему ты появился? Он очень редкий, плюс там нужно определенного врага несколько раз убивать. Ну, он решил появиться. Чаби, ты чего? О, черт. Еще хер попадешь. Ай, зараза. Ладно. Зона безопасности. Зона безопасности, это моя зона безопасности. Все, он по мне все равно не попадет. Ага, я же тебя понял. У меня рейнджа хорошая. Только скорость. Здорово. Так, хлебушек. За единицу там ценного почти такого ничего не может быть, поэтому мы идем дальше. Вот если у меня был бы Стрэндж, я бы взял. Если был бы Стрэндж только. Черт. Давай, давай, давай. Вот это враги все попревращались. Так, ладно, черед у меня больше нету. Это не беда. Главное сердца понаходить. Ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо. Вот эта фиолетовая тварь, он еще присасывает нас к себе. О! Типа, когда мы получаем урон, лужица становится больше. Но это только если у нас предмет есть. Похоры мне притягивать. Ладно, если что, у нас есть еще одна дополнительная жизнь, и то у нас будет только одно хп, поэтому... А вы надоели, чего у вас так много? Это еще маленький, есть еще больше. Он разделяется на много больше частей. Блин, я уже думаю, что я не выживу. Я не выживу лишь из-за одной причины. Маленькая скорость атаки. Нужно срочно найти предмет на скорость. На скорость атаки мне нужен предмет, а то это просто пиздец. Мансую, мансую как могу. Так, хорошие камни здесь нужно поискать хотя бы. Зона большая. Wall of Steel хотя бы таблетку дайте, блин. Черт. То есть найти, а ничего не найти. Ничего нету. Ладно, идемте дальше. Монетка. Ой-ой-ой, здесь нужно быстрее убить, а то зажмут. Ай-яй. И хаты. Трелок. Давай, вставай. Отлично. Какальки. Какальки. Какашки это, если что, наносят постоянно урон, если до них дотронуться. И они регенерируются. То есть мы их сломаем, через какое-то время они все равно появятся. Готов. Один есть, остался еще один. Так, хороших камней я не нахожу. Чё-то, чё-то, чё-то. Блин, дали лучше бы мне синее сердце. Ну нахера вы мне красное даете?
поискать секретку. Хорошие кокольки. Ладно, не буду ломать. Может, еще пригодится. А хотя это последний этаж. Да боже, сколько? Почему здесь столько боссов? Самое первое — это уничтожить первую фазу. А именно вот эти глаза. Ладно, сердце. Да хоры мне дамажить! Да ёлки-палки! Хватит! Вас слишком много, вас слишком много, приятеля! Ладно, у меня, если что, есть два сердца здесь красных. Ай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сука. Так, ёлки-палки. Как мне отсюда выйти? Вы надоели, тупые жуки. Да-да, еще давай больше создавай. Ой, 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 ой. Блин! Сука. Черт. Черт, 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 я поспешил и наступил. Ладно. Юран. А в чем мне... А, нужно наше сердце было. Точно, лес будет пустой, пока мы... А зато мы открыли Азазель. Окей, зато Азазель открыт. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Следующая серия будет у нас Азазель, потом челлендж, потом что придумаем. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.